Команда Минсвязи Тувы стала лучшей в турнире по волейболу, посвященном 75-летию установления электросвязи в республике. В минувшие выходные в спортивном зале лицея номер 16 Кызыла прошел турнир по волейболу, посвященный 75-летию установления электросвязи в Туве. Среди команд Минсвязи, ТВСвязинформа, Почты России, Инкомсвязи, Ростелекома и МТС. Действуют две подгруппы, по 4 команды. И каждый играет с каждой. То есть площадка позволяет, поэтому мы решили сделать круговую. В спортивном зале лицея развернулась нешуточная борьба за победу. Ведь на кону звание победителей в первом спортивном турнире в честь юбилейной даты со дня образования Тувинского областного управления связи. Яркой финальной точкой турнира стала схватка команд Минсвязи Тувы и Почты России, где представители министерства с опережением одержали зрелищную победу, став лучшими волейболистами. Таким образом, представители Почты России стали серебряными призерами турнира. На третьей ступени пьедестала почета расположилась команда ТВА «Связь Информа».